Ну что, мы в аутлете Костель Романа сегодня. Сейчас детей быстро запихнем в Макдональдс, покормим, наверное. Мы, как обычно, полдня искали парковку. Сейчас еще полдня будем кушать, а потом в свинячий полдень пойдем по магазинам. Надеюсь, что-то останется. Возле Макдональдса столько лаванды. Лаванды и розы. Классно смотрится. Что, мы зашли в Барбери. Там, честно говоря, я ничего для себя интересного нашла. Тут потеряли Машу, Маша с Стефаном. Мы пока были с Магой Полиной в Барбери. Людей, кстати, мало. Я думала, будет больше, но нет. Иди занимай очередь, Томми Хилфигер. Полина хотела юбку, сейчас пойдем в Томми Хилфигер. Видите, ну не получается у меня как-то снимать вам видео, что внутри. Если будем что-то мерить, я вам обязательно покажу. Полина хотела юбку, но ее здесь нет. Мы в другом аутлете. Надеюсь, что-то мы найдем. Патриция Пеппи. Патриция Пеппи нет моих размеров. Пошли в Лакост. Смотри, вот такой плащ. 697 98. Да. Не могу сказать, что Лакоста демократическая фирма. Это что, футболка? 50 евро. Чинкванта евро. Вот это вот такое сомнительное, блин. Но мне 5 часов гварда. Так, вот это платье зеленое, сейчас вам хочу показать. Вот я его хотела взять. Оно 139 евро стоит. Но оно просто реально неподъемное. Оно очень тяжелое. Хотя красивое. Но тяжелое слишком. Вот такая юбка еще из Лакост. Вот очень красивая футболка. Покрутись в юбке, посмотрим на тебя. Юбка такая стоит 44 евро, футболка 24. Платье, конечно, оно красивое, с карманами, с Луиз Эспаньоли. Супер, конечно, но не знаю, думаю пока. 49,90. И в конверсе сейчас вам покажу цены. Вот это 55 стоит. А вот эти 24. Смотри, Полин, 24 евро вот эти стоят ботинки. И вот серые есть такие. Ух ты, а сколько они стоят? 44. Но они здоровые. Это какой размер 44? Это 40-й, это на меня. Они выглядят вообще как корабли. Ну, смотрите, какие крутые. Очень даже. Они стоят 55 евро. Вот на коробке написано. Угу. Полине вот эти нравятся. Но мне тоже, кстати, не нравятся. Но они стоят 50 евро, на секундочку. Крутятся, смотрятся круто. Вот эти конверсы мне очень понравились. Я вам сейчас ближе покажу. Вот смотрите. Крутые. Но не знаю, они на мне маловаты. По длине. Может, потому что нога отекла сейчас по жаре. Не знаю, видите? И вот эти, посмотрите, но они, мне кажется, смотрятся на них как корабли. Вот пятка у них ярко-оранжевая, и вот это размер уже 40. Но на мне они немножко длинноватые, что ли. Вон опасные. Вот эти классные. А вот эти на Галину маленькие. Смотрите, какая здоровая. Сейчас, подождите, она куда-то сядет, она улетела. Боже, оса громадная. Знаете, как будто ее сделали не настоящей и пустили полетать, как это сказать, как будто игрушечная она. Кстати, мне нравятся. Очень даже такие красивые расцветки. У них очень мягкие. Очень. Давайте я начну с мелких покупок. Вот такой бюстгальтер я себе купила. Но он уже был со всеми скидками, да, грубо говоря. Извините за мои ногти. Не успела я переделать. Вот такой вот. Вот такой размер, вот такой объем. С 85.
у меня здесь плотная чашка достаточно. Что мне понравилось? Здесь красиво, видите, переплет резинки. Двойной на сетке, красиво смотрится. Вот видите. Что еще такого интересного? Ну да, лямки можно сделать крест-накрест, пристегнуть. Да, в общем-то, и все. Обычный черный лифчик. Вот тут написано Calvin Klein. Да, что хочу сказать. Все пакеты я выкидываю, кроме вот такого, наверное, Louis Espagnol я оставила. Ну, не знаю, зачем оставила. И вот такой Skechers я оставляю. Такие сумочки, они очень удобные. Давайте скажу сразу. В первом аутлете мы были, Castle Romano, мы купили только для девочек. Во втором, господи, Вальмонтоне, по-моему, называется, купили для мальчиков. Ну, для мальчика, для нашего мы купили и то с большими уговорами. Купили вот такие вот плавки Calvin Klein, да, плавки для моря синего цвета. Если кто не знает, я обожаю на мужа синий цвет, ему очень идет. Вот здесь такие вот шнурочки красивые, на пластике написано Calvin Klein. Это размер XL, он еще, естественно, их никуда не носил. Вот я вам показываю скидку. Самое странное, что видите, тут написано 42,90, здесь написано 45,90. Мы купили за 32,10, 10% всего лишь скидка. Ну, внутри сетка в виде трусов, и вот написано Calvin, а с другой стороны Klein. Следующее, что мы купили, конечно же, труселя. Белые, черные, серые и синие, по-моему. Ну вот, изначально они стоили 27,90, мы купили за 13,90. Обычные боксеры, белые, черные и синие, серые, я повторюсь, да, размер XS. О, XL. Ничего особенного. В Skechers, что мы купили, это носки. Я купила себе носки. Мне они очень нравятся. Носки качественные, мягкие. Здесь у них все продумано. Вот вверху сеточка. Вот в этих местах сеточка. Вот тут вот, вот такие вот, знаете, пяточки волосатые, как же их назвать. Вот забыла, как они называются. Вот такие вот, знаете. Ну, короче, пяточка уплотнена. Мне нравятся яркие цвета. Муж говорит, да, ты любительница выступить по яркому цвету. Я взяла вот такой комплект, три пары. Обошелся, по-моему, в 9 евро, 8,90. Вот такие бирюзовые, малиновые и белые. Но белые я уже один раз одела. Знаете, в них достаточно, недостаточно, а очень удобно. Они такие комфортные на ноге. Мне очень нравится. И вот к этим носкам дали вот такую здоровую сумку. Я, правда, спросила, зачем? Она говорит, ну, так положено. Так, давайте теперь продолжим покупки Полины. Что мы ей купили? Вот Calvin Klein. В Calvin Klein мы купили ей все. Вот такая вот толстовочка интересная. Она достаточно укороченная. На рукавах Calvin Klein. Кармашек кенгуру. Капюшон. Такая кофта нам обошлась в 44 евро, по-моему, со скидками. Сейчас, не знаю, посмотрю, если на дне чеки остались. Да, остались. Сейчас я вам все покажу. Нет, 38 получается. Она стоила 76. XS размер. Мы купили за 38,40. Также был тоже комплект белья для нее. Сейчас я вам покажу ее. Его. Вот этот лифчик стоил изначально 26,90. Мы купили за 18,80. Вот такой вот красивый бюстгальтер. И вот такие к нему труселя. Труселя обошлись 10 евро. И последнее, что мы купили в Calvin Klein для Полины. Ну, в основном Calvin Klein это такой, ну, для меня подростковый, да, бренд. Вот такая юбка вся в логотипах. В складочку Calvin Klein. В размере S джинс. Юбочка, кстати, вот, юбочка точно обошлась в 44 евро. Достаточно короткая по колено, чуть выше колена. Легкая плиссированная юбка на подкладке. Как вы видите, со всех сторон слышны разговоры итальянцев. Обед сейчас готовится, тарахтит, слышно. Давайте продолжим, не будем отвлекаться. Вот такая юбка. И также мы купили для Полины кроссовки. Уже в Вальмонтоне на следующий день. Вот такие совершенно обычные черные кроссовки. Объясню, почему купили. Ну, во-первых, ей были нужны кроссовки, она говорила. А во-вторых, на вот эту модель, именно на черную, была скидка вообще там чуть ли не какая-то сумасшедшая.
Сначала на них было, по-моему, что-то в районе 30%, потом предложение дня была скидка еще 50%. То есть они нам обошлись в 22 евро. Вот эти кроссовки, это Nike в размере 38,5. Она их, как видите, уже носила два раза. Два раза уже успела поносить. Ну, коробку мы выкинули, потому что она едет в Украину, и коробка ей не нужна. Вот такие вот кроссовки за 22 евро. Вообще шли покупать мне. Но мне ничего не купили из кроссовок, зато купили Полине. И последняя покупка на сегодня – это платье Луиза Спаньоли. Уже, наверное, тут кто-то видел его в Инстаграме на мне. Я его одела на день рождения к Масима другу. Было 50 лет, я потом вам покажу на видео. Вот такое платье из вискозы, размере L. Платье обычное в виде халата. В общем-то, ничего особенного, кроме расцветки. Пояс, это я уже сама его сюда присобачила, потому что платье было без пояса. Изначальная цена была 470 евро, потом его оценили до 320, а я его купила за 160, то есть пополам. Я хотела вам показать чек, но пока я вышла из террасы, подул ветер, и чек улетел. Глупо звучит, но это правда. Вот такое вот платье. Как Масим говорит, в арабском стиле, Марокко. Ну ничего, мне нравится. Оно смотрится очень интересно, ярко, красиво. Да, в платье также есть карманы. Вот такая вот бирочка с составом километровая. Вот кармашки. Вот такое вот платье. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения. Люблю, целую. Пока.